Возможность изменить место к лучшему, где живешь и отдыхаешь, есть у каждого благодаря проекту «Поддержка местных инициатив». Для этого необходимо подать заявку и защитить проект в городской администрации. Сложности нет, главное – желание. В этом году по проекту в городе воплотили в жизнь 9 идей, которые получили наибольший отклик у жителей. Работа над 6 из них уже завершены. Можно выдвинуть свое предложение, которое может быть стать частью бюджета нашего региона. И затрагивать предложение может совершенно разные вопросы местного значения. Это и строительство, модернизация инженерных сетей. Это может быть установка детских площадок, спортивных площадок. Площадок, как я уже говорил, для выгула собак. Это может быть ремонт школ, детских садов и развитие их территорий со стороны родительской общественности. И здесь полет фантазии не ограничен. Одним из победителей стал проект детско-юношеской спортивной школы номер 4. Здесь на средства городского бюджета отремонтировали сауну. Идея появилась в прошлом году. Собственники ее одобрили, утвердили, подали заявку на участие в программе. В итоге вошли в число счастливчиков, победителей конкурса. Для этого мы, значит, напрягли всех своих родителей, учащихся. Все голосовали за нас. Но этот проект был необходим для нашей школы, так как сауна была в убогом состоянии. В помещении заменили покрытие стены, пола, водопровод, смесители, сантехнику, смонтировали подвесной потолок и установили новые деревянные скамейки. Сейчас парную с бассейном посещает больше 200 учеников школы. Идея возникла не случайно. Сауна в спортивном учреждении – это не просто место отдыха. Парную спортсмены используют для восстановления организма после тренировочного процесса. Для борцов сауна – это очень важный, для восстановления. Они здесь приходят, отдыхают в этой сауне и затем очень хорошо тренируются с большой отдачей. Еще одной идеей, которую удалось реализовать, стал проект «Верный друг». В сквере по улице Западный бульвар 5 обустроили огражденную площадку для выгула собак. После чего у четвероногих друзей и их хозяев появилось не только специальное место для прогулок, но и дрессировки. Как итог, собаководы довольны, остальные жители могут не переживать за свою безопасность и чистоту во дворах. Решили поучаствовать в этом конкурсе, потому что очень остро стоит проблема выгула животных домашних. До этого собирали подписи, ходили по району, рассказывали людям, что мы хотим построить и для чего это. Было очень много откликов, все интересовались, чему мы были рады. Мы хотим, чтобы у нас было больше ответственных собаководов, чтобы собаки были под присмотром, гуляли активно. Таким амбициям и стараниям горожан можно только позавидовать, а лучше самим попробовать войти в программу. Тем более, что число участников проекта поддержки местных инициатив с каждым годом растет, а с ними и конкуренция. Заявки на будущий 2023 год принимают до ноября в Управлении по благоустройству города, поэтому шанс изменить облик своего двора, улицы и даже района есть у каждого. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.